Merci à vous d'être ici. Nous allons pouvoir commencer. Voilà, c'est terminé. Merci à vous. Париж принимает Монако. Не стоит и говорить об атмосфере и напряжении в таких матчах. Но пока еще игра не началась, и нам показывают футболистов, которые определяют игру этих клубов. Совсем скоро матч начнется, оставайтесь с нами, будет интересно. Лично я не вижу причин, по которым этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы стать выдающимся. Меня зовут Георгий Черданцев, и сегодня мы работаем для вас вместе с Константином Геничем. Французский чемпионат на ваших экранах, Лига 1, Uber Eats. Это Пари Сен-Жермен против Монако. Потрясающая атмосфера сегодня на стадионе. Думаю, она поможет командам раскрыться. Это состав Пари Сен-Жермен. В воротах играет Жан-Луиджи Доннарумма. В защите Серхио Рамос сыграет с Маркинисом. Верратти вместе с Полем Погба в центре полузащиты. И в нападении сегодня сыграет Килиан Мбаппе. Итак, состав Монако. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. Монако одно время на протяжении целых 7 лет тренировал молодой еще тогда Арсен Венгер. Именно там начали проявляться его возможности и талант работать с подающими надежды игроками. Приход Венгера заметно оживил команду, и уже в конце первого сезона монегаски схлестнулись с марсельским Олимпиком в сумасшедшем финале Кубка Франции. Тот финал завершился со счетом 4-3 в пользу Марселя. Стоит отметить, что Венгер в итоге завоевал для Монако потом и чемпионство, и кубок. Офсайд, поторопились с передачей, и боковой поднял флажок. У игрока было движение назад, но передача уже пошла. И точно вовне игры. Слишком рано. Нужно чуть больше терпения. Мяч все ближе и ближе к воротам соперника. Оставляет мяч. Монако отправляет мяч в сетку. Шикарный пас. Любимый прием многих игроков. Откатил немного назад и отдал передачу. Такой удар не взять было. Попросту не успел вратарь сложиться. Бентоля.
минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Неточную передачу отдает Лионель Месси. Свисток арбитра, будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Мяч в штрафную он направляет. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Неймар. Идет с мячом к воротам. Забивать тут надо. Забивай! Но сейчас точно не точно. Очень старается Пари Сен-Жермен счет сравнять, но им, откровенно говоря, не везет. Мбаппе. Классный отбор и соперник без мяча. И, похоже, пас дойдет до адресата. Разгадали замысел соперника они и завладели мячом. Он просто не заметил оппонента. Александр Головин. Великолепно сыграл защитник. Бен Йедер! Гол! Как здорово он подстроился под этот мяч. Пробил отлично. Прекрасный гол. Отличная атака получилась. Еще раз смотрим повторы. И отдельно хочется отметить навес. Почти что идеальный. И гол классный получился. С полулета он пробил. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Перехвачен пас. Отдает он передачу. Надо пробить. Блокирует защиту удар. Собственно, выполняет свою основную функцию. Александр Головин. Пас Бен Йедеру. Ай да вратарь, браво! Как здорово он сейчас сыграл. Непростой был удар и действительно это классное спасение. Головин подает угловой. Выходит голкипер и опасность миновала. Монако и Пари Сен-Жермен сейчас являются двумя сильнейшими клубами Лиги 1 Конфорама. И этого вполне достаточно, чтобы матчи между ними были значительным событием. Причем смотреть их будет интересно даже человеку, который сильно не интересуется французским чемпионатом. Острая атакующая игра в исполнении обеих команд этому способствует. Здорово он партнера увидел. Вот момент. Браво, вратарь. Спасает он свою команду. Очень уверенно и красиво он справляется с этим мячом. Отправляет мяч в штрафную Головин. Отбор, все чисто. Может забивать. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Желсон. И что дальше тут будет? Отлично сыграно. Очень вовремя защитник мяч вынес. Сейчас главное сыграть быстро и четко. И тогда контратака может выйти очень опасной. Вроде бы хорошая, быстрая контратака намечалась, но одно неудачное. Неймар, опасно! Вот это момент! И какое спасение вратаря сейчас! Блестяще играет голкипер, сложнейший удар потащил. Ох, как переживает тренер. Очень близка была сейчас его команда к тому, чтобы сократить отставание до минимума. Неймар. Месси. Фабиан Руис. Гол! Париж забивает! Да, этот гол можно смотреть бесконечно. Великолепный дриблинг. Защитник остается неудел. И вынимай голкипер.
Счет 2-1. Дженсен. Никого перед Бен Йедером. Какой момент он упускает, чтобы увеличить счет? Из очень выгодной позиции он не забил. Как бы не пришлось вспомнить такое после матча. И борьба за мяч идет. Неплохо он с мячом идет вперед. Забирает мяч голкипер. Мяч вместе с опасностью отправлены подальше от ворот их стороны. Пари Сен-Жермен атакует через фланг, и там есть свободная зона. Здорово защитник играет. Отличный пас. Не удается удержать мяч Месси. Что-то интересное произошло в матче Реймса. Давайте послушаем нашего корреспондента. Еще один гол был забит у нас. Забил игрок Реймса. Счет теперь 1-1. 39 минут сыграно. Как всегда, с самыми оперативными новостями был наш корреспондент. Спасибо ему за это. Килиан Мбаппе. Почти полностью мяч забрал себе сейчас ПСЖ. Но в остальном у них пока что не все здорово получается. Мяч-то держится, но вот до конкретики дело у чужих ворот пока не доходит. Фабиан Руис. Лионель Месси. Отлично защитник играет. Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Лионель Месси. Месси! Будет гол! Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Навешивает Неймар. Не удалось мяч вынести. Надо обороняться, продолжать. Марко Верратти. Лионель Месси. Верратти. Команда уходит на перерыв со счетом 2-1. Для Пари Сен-Жермен очень важно сразу же активно начать второй тайм. В счете после первой половины они уступают. Перехвачен этот пас. Фабиан Руис. ПСЖ в итоге остается без мяча. Ничем интересным не закончилась эта атака. Будет удар от ворот. Александр Головин. Играют они в пас. И на дальнюю навес. Навес получился слишком близко к вратарю, поэтому без проблем оказался в его руках. Много мы слышали разговоров и слухов о готовящемся трансфере, а теперь точно можно сказать об этом, как о состоявшемся переходе. Я думаю, сейчас мы наблюдаем, если не закат его карьеры, то время очень... Подожди, смотри, какой момент! Да ты только посмотри, что вратарь делает. Как он спас сейчас, а? Что он сейчас творит? Просто невероятно! Действительно, это удивительное спасение. Подает угловой Месси. В перекладину мяч попадает. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Крайне близки они были к тому, чтобы счет сравнять, но немного не повезло в недавнем моменте. Нужно по новой создавать опасность у чужих ворот. Не получилось у Верратти сохранить мяч. Прекрасный навесной удар. Доннарумма справляется с ударом.
Нуну Мендеш. Мяч у Неймара. Килиан Мбаппе. Навес напрашивается. Неймар. Верратти! Да как он его взял, а? Это невероятное что-то! Впервые за долгое время они подобрались к чужим воротам, и болельщик это чувствует. Подали мяч с углового в центр штрафной. Ничего опасного, здесь мяч выносит. Погба. Погба! Блестящее спасение! Просто великолепная игра голкипера в этом моменте. Супер спасение на его счету. Что-то интересное произошло в матче Лиона. Давайте послушаем нашего корреспондента. У меня голевая новость, и я с радостью ей поделюсь. Забил игрок Лиона. Токо Экамби отличился. Очень красивый получился гол. Удар издалека, мощный, точный. Счет теперь 3-1. 63 минуты у нас сыграно. Спасибо, держи нас и дальше в курсе событий. Марко Верратти. Хакими получает передачу. Офсайд, как говорится, судья всегда прав, хотя ситуация неоднозначная. Желсон. Рубен Агилар. Пора бить! Очень опасно могло быть. Неймар с мячом на фланге. Есть куда двигаться. Отлично защитник играет. Последние 15 минут совсем мяч не держится у Монако. Они отдали мяч соперникам полностью. Тот сейчас старается диктовать игру. Но я бы не сказал, что это прям-таки так просто. Все-таки постоянное движение на поле должно быть. И цена ошибки в каждой передаче может быть очень велика. Хорошо отдает в движение. Как играет Доннарумма. Передаем слово нашему корреспонденту. Ему есть что сказать о матче Лион. Еще один гол был забит в этом матче. Игрок Лиона забил. Александр Леказет отличился. И это его третий гол сегодня. Помог ему каркас ворот в этом голе. От него мяч в сетке оказался. Счет на табло теперь 4-1. 73 минуты сыграно в матче. Спасибо за включение. Есть у него пространство сейчас. Навес находит вратаря. Вряд ли так было задумано. Неймар. Есть шанс развернуть контратаку. Нужно скорее им возвращаться назад. А это все как мы любим. Гол на последних минутах, и счет становится равным. Да, соперники, понятное дело, приуныли. Немного оставалось до свистка, но не пропустили. Отличная контратака получилась. И главное, что получилось забить. Повторяют нам этот момент. Ну и с такого расстояния обычно не промахивается. Прекрасный результативный удар. Мы смотрим матч двух равных команд. Счет 2-2. И еще 10 минут. Времени не осталось почти. Если кто-то забьет сейчас, то точно выиграет. Неймар. Рижане переходят в атаку. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Забирает мяч голкипер. И пас точно сопернику. Марко Верратти. Здорово сыграно в отборе. Соперник без мяча. Сам потащил мяч вперед. Александр Головин. Кевин Фолан. Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота.
Как здорово защитник сыграл сейчас. Удар не проходит. Хороший блок. Кевин Фолан. Мимо. Вообще в створ не попал. Великолепный был момент для взятия ворот. Он хотел пробить технично, но слишком сильно получилось у него ударить. Последняя минута второго тайма. Пари Сен-Жермен идет в очередную атаку. Это их последний шанс склонить чашу весов на свою сторону. Можно забивать. Потащил один удар, но может быть и второй. И это все. Судья не стал больше продолжать встречу и дал финальный свисток. Давай краткий итог подведем. Как мне кажется, Пари Сен-Жермен перед этой встречей был нацелен на все 3 очка, но пришлось их поделить с соперником. Ничья – это явно не то, на что они сегодня рассчитывали. Можно сказать, потеряли они 2 очка и, конечно, этим очень расстроены. Он может быть доволен своей игрой. Здорово сегодня помогал команде. У него сегодня было очень много голевых моментов, и один шанс он все-таки использовал на все 100. Сравнял счет в этой встрече. Я считаю, что он сыграл действительно здорово. Je suis avec l'entraîneur qui accepte gentiment de répondre à nos questions. Merci d'avoir répondu à nos questions.